В Сирии бойцы курдских формирований «Пешмерга» и силы сирийской оппозиции начинают наступление на город Ракку, который считается одним из оплотов экстремистской группировки «Исламское государство». С воздуха курдов обещают поддерживать силы коалиции во главе с США. Ракка находится на северо-востоке Сирии. Город расположен на перекрестке стратегически важных транспортных магистралей между Сирией и Ираком. О готовности Москвы координировать свои усилия по освобождению Ракки с партнерами заявили в российском МИДе. Между тем, Минобороны России опровергает появившееся ранее сообщение о том, что на базе в центральной Сирии уничтожены 4 российских вертолета. Что касается снимков, предоставленных агентством Стратфор, то, по словам представителя Минобороны, многочисленные воронки от взрывов остаются на базе не первый месяц, как свидетельство упорных боев за этот стратегически важный пункт. РИА Новости со ссылкой на представителя сирийской армии сообщают, что вертолеты были повреждены, но в результате пожара, а не обстрела.